Известно, что в нынешнем году село Курии празднует свое 350-летие. Именной сборник стихотворений появился к этому юбилею у села. Такой подарок односельчанам сделали Куриинский центр досуга и народного творчества и компания «Форес», выделившая средства на издание книги. В поэтический сборник «Село мое» вошли стихотворения жителей, написанные в разные годы. Среди авторов, чьи стихи вошли в сборник, есть как школьники, так и именитые поэты.